Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья. Что бы я вам хотел сказать? Я хотел сказать, когда я каждый раз пересматриваю свои бои, чтобы изучать ошибки, посмотреть, где я ошибался, что как, и потом дорабатывать. То есть суть не в этом. Суть в том, что когда я просматриваю свои бои, я вижу, как вы за меня болеете, как наши братья за нас болеют. И этим я хотел сказать огромное спасибо, огромное-огромное спасибо каждому из вас, которые вы за нас болеете. Огромное спасибо всего Таджикистана, без разницы, с какого региона ты, откуда, с Памира, ты с Ходжанда, ты с Куляба, с Душанбе, без разницы ты откуда, откуда бы ты ни был, брат. Огромное спасибо тебе за того, что ты болеешь за своих бойцов так искренне и честно от души. И благодаря нашим братьям, что бойцов из Таджикистана берут на очень хороших лигах и в хороших условиях. Так что я бы хотел вам сказать огромное спасибо и большая благодарность от меня. Также я по-любому могу вам сказать, что все бойцы, которые из Таджикистана, из которых выступают, они тоже также всем благодарны. Огромное спасибо от души всем. Салам алейкум, братья.